Всем привет, всем доброе утро, еще раз с праздником, уже наступившим, уже Новый год, уже первое число, час дня, и Руяры здесь, да, Дед Мороза, посылочка, ну давай, открывай посылочку, посмотрим. Открывайте, Сима уже вон пошла открывать сама, давай, уже Сима уже не выдержала. Открывает посылку. Не, не надо ее так гонять. Симуша. Симну оставь эти игрушки сейчас. Симка у нас главный предводитель. Давай, Сима, кс-кс. Здесь. Иди, моя девочка. Открываешь ты, Яра? Давай, открывай. Открывайте. Симулечко. Симочка, Симочка. Симочка наша тут хозяйка, такая девочка. Да, девочка в теме, девочка, девочка в нашей теме жизни. Иди. Дима. Что такое мое? Сима! Сейчас вот, вот. Буду пшикать, это специально для Симы. Ты видите, научил, опять начал кусаться. Так, ну что, открываем? Там-та-ра-там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 -
Что у нас здесь такое? Как ты думаешь? А? Что ты просил у Деда Мороза? Вер, глотай слюну. А? Опять машина? Угу. Батарейки какие-то бешеные. Как ты думаешь, для чего эти батарейки? Машина, ты думаешь, что это? Сука, батарейка, очень много. Слюни, машина. Когда ты морозы закажешь, чтобы слюни у тебя закончились? Ну давай, делай. А. Так, здесь еще от Деда Мороза письмо. Ярослав, с Новым годом тебя, веселым, легким, без забот. Таким пусть будет этот год. Пусть в новом году у тебя будет много новых задумок, новых успехов, увлечений, новых интересов. И пусть твои мечты исполняются. Давай, давай, что это? У меня уже стоит. Ого-го.
попробовать его запускать. И машинка вот такая есть одна здесь. Жик. Ну, они, кстати, такие гоночные. Надо посмотреть, у нас есть гоночные машинки. Или опять нужно будет покупать. Ладно, сейчас попробуем. Нам еще батарейки надо вставить. Нравится? Сейчас поставим. Давай сядь. Сфоткаю с треком. Стоять. Здесь вот уже с треком и с машинкой. Только так выпрями спину, пожалуйста. Высоко-высоко. О, вот так. О, ты такой большой, тяжелый становишься. Стой, ровно сиди. Не, ну не надо тут это ЖЖ делать, просто. Руки ровно сделай, что ты себя как съежился весь. Выпрямляй спину, голову поднимай. Ну, как нормальный человек, ты себя веди. Глупо, это улыбку нормально, руку. Ну что ты, ну что ты? Вот так у нас фотостудия. Ну слюна течет, Яр, нет, ну сядь ровно, пожалуйста. Слюну проглоти. Проглоти слюну, Яр. Слюну проглоти. Ой, я без смеха. Алло. Алло. Ничего, потихонечку. Ты как там? Яра, как тебе первое впечатление? Переверни только его. Вот так. Давай. Включай. Включил? Включи. Че? Не получается? А? Получается? Чем молчишь? Ой. Вот это ускорение, да, у машинки? Оп. Вылетело. Бомба, а не машинка. Здесь можно как-то зафиксировать руль, я так понимаю. Все, на ремонт машинку. Была мечта. Ну что, ты счастлив, Яр? А? Яра? А? Доволен? Яр, доволен? Яра в шоке. Конечно. У тебя такого не было, да, игрушки никогда? А? Что, тебя до речи потерял? Ну, запускай. Еще раз. А что, да, запускай? Где она у тебя застряла? Thank you.
Раз. И с головы. Два. Еще. Последний раз. Четыре. Переворачивайся. Пресс. Не спишь. Давай. Еще постричься надо. Идем, идем туда. Выйдем, пошли туда за дом. Пошли. Нет, там мы не будем по снегу мокрому. Давай, пошли за дом, там хлопнем. Хочет хлопушку хлопнуть. Выползли с ходунками. Я забыла, не взяла этот на шею. Яр, поднимай руки, выпрямляйся. Угу. Пояс у меня есть, хороший пояс такой, ну, чтобы было удобно придерживать. Стой аккуратно. Вот так, чтобы все придерживать. Вот так, придерживать буду.